Два гражданства. Ну, я думаю, что это вот сейчас у нас идет вот такое обострение, очень мощное обострение. Очень мощное обострение, там, ну, Украина, да, Майдан. Но я думаю, что в будущем, ну, а когда все уляжется, ну, это я так думаю, чтобы все улеглось, это не будет, ну, каких-то ужасных мыслей вызывать, что вот, ну, а двойное, ну, а гражданство, это такой ужасный, ну, а предатель. Я считаю, это неплохо, потому что, ну, а с людьми общаться надо, ездить. Ну, а кто... нельзя... нельзя останавливать людей. Они двигаются, они ездят, ну, а интернет есть, ну, они хотят увидеть мир. И пусть люди решают, где им жить сами.